Привет, друзья, с вами Арина Дуванова и моя кухня «Эра Водолея». У нас с вами впереди много новогодних праздников и много праздничных застольев. Предлагаю приготовить нетрудоемкое блюдо, легкое и вкусное. Это жаркое. Сегодня хочу предложить вам приготовить жаркое из плеча индейки. Для этого нам понадобится картофель, морковь, горошек и само плечо индейки. Для начала с вами подготовим овощи. Почистим морковь и порежем морковь маленькими кубиками. Для того, чтобы она у нас хорошо проготовилась в нашем жарком. Далее у нас с вами картофель. Картофель вы можете резать с разными кусочками. Сегодня мне захотелось вот такими сделать, средненькими. Подмаринуем плечо индейки оливковым маслом экстра вирджин, солью. И далее мы с вами занимаемся уже приготовлением. Обжариваем морковь, добавляем в нее специи, сухой чеснок, сухие специи, ашан, к салату сухой укроп. Чуть помешаем и, в принципе, выкладываем из сковороды. На этой же сковороде мы с вами готовим плечо индейки. Добавляем оливковое масло и обжариваем кусочки со всех сторон равномерно, чтобы получилась ровная корочка. Горошек свежий, замороженный, заливаем кипятком. Укладываем наш горшочек жаркое. Да? Сначала плечо индейки, затем часть картофеля присаливаем. Затем немного гороха. Немного нашей моркови со специями. И снова плечо индейки, слой картофеля, горох, морковь. И, конечно же, мы с вами присаливаем каждый слой. Для того, чтобы мясо не было жестким, мы с вами заливаем кипятком. Не холодной водой горшочек, да, а сразу кипятком. Закрываем крышкой и ставим в холодную духовку, для того, чтобы у нас с вами горшочек не треснул во время приготовления. Мы готовим при температуре 180 градусов около полутора часов. Итак, наше с вами блюдо готово. Легко, быстро, вкусно. Готовьте легкие, вкусные, полезные блюда. А я хочу поздравить вас с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством, Старым Новым годом. Будьте здоровы, заботьтесь о себе и о своей семье.